Омская область заняла 44-е место в экологическом рейтинге субъектов России. Об этом заявили представители общественной организации «Зеленый патруль» в пресс-центре МКР «Медиа». Все лето активисты проводили мониторинг экологической ситуации в регионе. Особое внимание уделяли качеству воздуха. Вердикт – Омск нельзя назвать загрязненным, но есть отдельные проблемные районы. Превышение концентрации вредных веществ экологи обнаружили на улицах 22 декабря, 6 Шинной и Накордных. На улице Мельничной, где жильцы два года страдают от неприятного запаха, зафиксировать выбросы помешала погода. Беспокойство у специалистов вызвало качество моторного топлива в регионе. Экологическому стандарту Евро-5, недавно принятому в России, оно соответствует только у крупных производителей. Это даже не Евро-4, это класс Евро-3. Топливо, которое, в принципе, запрещен к продаже в России. В первую очередь, вот эти вот сернистые, фенолистые вещества, они в центральном районе практически на каждом перекрестке в часы пик они присутствуют. И, в общем, даже гулять с ребенком вдоль дорог – это преступление. Это значит травить его организм.